Что вам нужно? О, что нужно? Заказать соковыжималку. Она уже была у нас, да, представитель телеканала? Да, Оля, совершенно верно. Мы презентовали ее в прошлый четверг. Дорогие друзья, хотите получить порцию витамина в ваш организм? Как это сделать? Созрел урожай. Это можно сделать только при помощи соковыжималки «Фруктовый микс», потому что здесь 1000 ватт мощности, прямая подача сока. Дорогие друзья, абсолютно безопасно, нержавеющая сталь, терки и цена... 1990 рублей. Самая быстрая и умная мультиварка. Ой, соковыжималка в мире. А вот не зря говорилось, потому что совсем скоро нам предстоит еще и с мультиваркой познакомиться. Оставайтесь с нами. Соковыжималка сейчас очень актуальна. Сезон яблок. Сколько мешками вывозим, дарим всем знакомым, соседям. Куда их девать? Яблоки. Итак, а куда их девать? Только получить порцию полезных витаминов. А как это сделать? Только при помощи соковыжималки. Ты знаешь, ты... опускаешь сюда целое яблоко. Кстати, наша великолепная соковыжималка помещает целое яблоко, целый фрукт. Даже можно делать сок из винограда прямо с ветками, ты представляешь? Вот это да, сейчас мы все посмотрим с вами в прямом эфире. А у вас есть дети, а у вас есть внуки. Так давайте для них сделаем хорошее угощение. Натуральный сок, который вы выжмете за секунду. Кстати, сколько здесь скоростей? Итак, здесь две скорости. Кстати, это очень важно, потому что не в многих есть соковыжималках две скорости. А здесь есть и для чего две скорости? Вы хотите приготовить нежный томатный сок? Да, да, да. При слабых оборотах это легко сделать. Вы получаете чистые, полезные витамины. Хватит покупать пакетированные соки. Оль, давай скажем об этом. Да, действительно, хватит покупать пакетированные соки. Они не нужны, потому что неизвестно, что туда добавляют. Делаем сок своими руками. Свежевыжатый сок. Фантастика, сколько он стоит в кафе. Очень дорого. Один стаканчик 300-400 рублей, 200 миллилитров. А вы можете 2, 3, 4, 5, 6 литров сделать собственноручно и заплатить один раз 1990 рублей. Кстати, сегодня бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 2500. А... не хватает чуть-чуть до бесплатной доставки. Что-то блинную сковородку. Слушайте, готовить прекрасные блины, готовить при помощи нашей блинной сковородки. А с чем запивать? Только соком. Консервировать его, стерилизовать, отправлять на зиму, получать порцию витамины. Вот. Вот эта вещь вам поможет. Соковыжималки, фруктовый микс. Итак, смотри, что я сейчас делаю. Смотри, что я сейчас делаю. Самые мощные обороты я делаю сразу, мгновенно. Прямо с косточками. Прямо с косточками. Это здорово. Давайте посчитаем, за сколько мы за секунды просто делаем настоящий фирменный наш сок. Какой он будет у вас? Давайте вместе посмотрим. Сельдерей берем? Да, сельдерей я, кстати, специально нашим друзьям демонстрирую, как я готовлю и апельсиновый, и, конечно же, вот такой прекрасный морковный сок. И сельдерей добавляю. Кстати, все это добавляю неочищенно. Остается только помыть. Мне нравится, что, во-первых, мы ничего не чистим. Да. Во-вторых, морковь прям целиком, И то, что прям вот никаких проблем, прям нажали, и все. Это умная соковыжималка. Совершенно верно, правильно. Примеры. Я попрошу, пожалуйста, оператора нам показать вот на этот прекрасный логотип, который здесь стоит. Взгляните. Да. Здесь написано 1000 ватт мощности. Что это означает? Оль, тебе интересно? Мне очень. Дело все в том, что отличается наша великолепная соковыжималка тем, что она мощная. Значит, здесь увеличивается, конечно же, сок. Значит, мы экономим деньги. Значит, меньше отходов у нас получается. Ага. Прямая подача сока. Мы готовы наливать. Вот вы, вот у вас какая соковыжималка, если она, конечно, у вас есть. Вот наверняка до конца весь сок не выжимает, а у нас на 20% больше вашего сока. Одни витамины, никакой химии. Угощайтесь, дорогие друзья. Оль, а ты даже не обратила, дорогие телезрители, представляете, я наливал, пена вся осталась здесь, потому что здесь шторка, которая отсекает. Вот она. Я сейчас вам обязательно расскажу. Сейчас продемонстрирую. Оля, попробуй, пожалуйста. Да, 8 с утра. Это просто такая зарядка витаминов. Вообще, я тоже рекомендую вам, дорогие наши, с утра делать витаминный сок собственными руками. 1990 рублей. Дорогие друзья, ну это просто чудо. Это просто чудо. И главное, что все очень просто. Уродился урожай. Отправляйте сюда, готовите сок, стерилизуйте и все. А расскажи. Очень вкусно. Вообще необычное сочетание. Апельсин,
Морковь, сельдерей, во. Вот миксуйте свои собственные соки, создавайте шедевры, витамины, шедевры, угощайте близких и детей. Цена премьеры 1990 рублей. Закажите умную соковыжималку по цене со скидкой. Итак, Оля, давай расскажем нашим телезрителям, как она устроена. Давай. Помните, я вам обещал, что здесь покажу вам, как устроена шторка, вот такая, которая отсек... Не видно, наверное, повыше. Давайте вот так вот, как-то надо отодвинуть, вот так, чтобы было. Да, видно? Видно. Смотрите, вот эта шторка, которая отсекает пенку от настоящего сока. Для чего это нужно? В пенке, как правило, бывает, знаешь, как вот не самые витамины, они остаются здесь. Вы можете добавить куда-нибудь в пудинг ее, эту пенку, а вы получаете чистый сок. Конечно же, вот эта прекрасная чаша входит в комплект. Слушай, мне интересно, как она устроена. Смотри, как рассказываю, как я быстро. Да. Что она на 20% больше сока. А я рассказываю. Значит, там что-то должно быть что-то, необычное. Смотри, что. Во-первых, вот этот механизм, дорогие телезрители, 1000 ватт, на 20% сока у вас получается больше. А значит, вы экономите. Экономите вместе с телеканалом Шоп-н-Шоу. Вот это прекрасная терка. Взгляни. Оль, я сейчас тебе расскажу про терку. Я рассказывал нашим телезрителям. Раз как-то покупал в кафе премиум-класса соковыжималку. Открываем, а вот здесь пластик с теркой. Через месяц, вот клянусь тебе, через месяц начинает стираться и окрашиваться. Здесь, дорогие друзья, посмотрите, нержавеющая сталь. Нержавейка, да? Не касайся, очень остро. И терка, конечно, из нержавейки. А как долго вот эти лезвия будут острыми? Они острые у тебя будут постоянно. Ага. И это я тебе гарантирую. Дорогие друзья, как получить чистый сок? Внимание, чистый, без всякого жмыха. Вот это нам поможет. Потому что здесь ситечка, тонкая ситечка. И теперь посмотрите, я сейчас на ваших глазах беру, рассказываю, как это мыть. Вот это устанавливаете, сюда, конечно, отправляете фрукты, а вот здесь у нас, конечно же, получается... Вау, вы посмотрите! Не поленилась. Посмотрите! Вот она. Это жмых. Он жмых. Сухой абсолютно, видите? Вот что осталось от наших овощей. Да. Весь сок вот здесь, в стакане. А это все отходы, которые нам не нужны. Сухие. Сухие. Итак, Оль, ну слушай, давай еще продемонстрируем. Слушай, это здорово. Выбросили, кстати, как собрать Оля, ее? Оля, легко. Сложно, помыли в посудомоечной машине. Хотите в посудомоечной машине. Хотите просто вручную обыкновенными средствами. Смотрите, что я сейчас делаю. Я сверху, конечно же, закрываю и фиксирую. Вот таким вот сейчас зафиксирую, дорогие мои. Вот так. Сейчас. Ага, все, фиксирующий элемент. Все. Итак, и все, да? То есть, получается, помыть легко. Помыли, зафиксировали. Слушай, хочу сложный сок тебе показать. Тебе интересно? Интересно. Итак, смотрите, что я сейчас буду делать. Следите за моими движениями. Я специально взял виноград с косточками. Подожди, давай я тебе сейчас помогу. Будешь мне помогать? Да, вот эти штуки. Бери тогда целые яблоки. Так. Смотрите, что я сейчас делаю. Подожди, вот я тебе сейчас виноградки помогу. Давай, 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 держи. Нет. Смотрите, итак, что сейчас сделала Оля? Она сделала неправильно. Следите за моими руками. Не надо вам этим заняться. Смотрите еще раз. Мы опускаем сюда целое. Вау, и отправляем туда себе прямо с ветками. Посмотрите, вот он чистый сок отправляется именно подожди, сюда. Куда веточки-то деваются? Веточки отправляются у нас в специальный тогда контейнер. Давай, вот так вот, вот так вот, целое да яблочко с нашего с вами огорода. Оп, прям совершенно верно, бросай. Мы его не чистим. Все, 1000 ватт мощности. Все. Это здорово, 1000 ватт мощности. Вы видите, мне больше всего нравится то, что давай покажем. Чистить не нужно. Виноград прям с веточкой закидываем в нашу соковыжималку. Делайте свой натуральный сок. Умная соковыжималка по цене премьеры. Это ваш выбор. 1990 рублей. Чуть-чуть не хватает до бесплатной доставки. От 2500 рублей сегодня бесплатная доставка. Бесплатно. Итак, дорогие телезрители, вот это прямые витамины в ваш организм. Как не болеть? Как сделать так, чтобы не болеть зимой? Только при помощи соковыжималки «Фруктовый микс». Потому что здесь прямая подача сока. Дорогие друзья, вы экономите на 20%, конечно же, экономите денег на 20%, вы представляете? Ты хватит уже ходить по магазину, Олег, покупать пакетизированные соки. Да. Мы же не знаем, что там внутри. Да чаще всего они невкусные. Дорогие наши, подумайте о своем здоровье. Подумайте о здоровье своих внуков.
своих детей. Делайте свежевыжатые соки каждый день. Вам это понравится. Насыщайтесь витаминами. Сейчас осенью это особенно важно. Сезон простуды. Не болейте. Здоровья, здоровья и здоровья вам. 1990 рублей. Цена премьеры за умную и быструю соковыжималку. Итак, совершенно верно. Еще раз напоминаю. Хотите обогатить себя витаминами? У вас уродился рожай? Или вы просто, конечно же, много-много у вас овощей и фруктов. Как это сделать, дорогие друзья? Только при помощи соковыжималки «Фруктовый микс».